I don't know how you feel, but I think I learn so much. And another thing I learn is that people who are dealing with getting the documentaries to the audiences, they are almost all of them female. So it's a female thing, huh? I think that's good. I was talking to Maya the other night, and she said, it's because women are more organized and more precise, and I'm not sure about that, but anyway, that's how the situation is, and I think it's very good. I'm very impressed by all these very professional presentations on PowerPoint with clips and so on. It's very, very, very stimulating. Let me just say one thing, that everything here, everything you have been saying, commenting on, has been filmed. And 1 or 2 months, Victor will put it online. He did that for the conference 3 years ago, and it will also happen here, so more people can share what has happened here. And now to Flaherty Anna, and I think it's very good that we have the name Flaherty here, because I remember that Flaherty was the person who said, many, many years ago, of course, in the 20s probably, he said, when it is possible for a person to see a film, quite as easy as it is to get access, to get hold of a book, then we've won the battle. That's what he said. And I think we are in that situation now, with all these possibilities, technical possibilities. So welcome to Pavel from Flaherty Anna. Give him a warm hand. Спасибо. Спасибо, Тэм. На самом деле, я меньше всего сейчас бы хотел говорить о Флаherty Anna, потому что мы так далеко зашли, что Flaherty Anna кажется одним из необходимых, но важных продуктов той деятельности, которую мы ведем. Вот то, что Ирина рассказывала про докер, это замечательно. Мы то же самое по этому пути шли, шли, шли. Другое дело, что мы шли все-таки в провинции. И это существенная разница. Но я расскажу сразу о том, куда мы дошли, а потом буду немножко возвращаться и пояснять, почему мы сделали то или иное решение. Итак, в 87 году в Перми появилась одна из первых в Советском Союзе независимых киностудий документального, не документального, а просто киностудии. Мы там 5 человек собрались, купили технику, автомобили и начали работать. И в начале 90-х годов было снято что-то около 6-7 игровых фильмов на деньги, которые давали банки, частные лица и так далее. Было время наивного капитализма. Понятно, что деньги давали в основном для отмывания этих самых денег, но тем не менее продукты создавались, и через студию проходило достаточно много людей, много денег, и эта пена каким-то образом концентрировалась в каких-то определенных углах. Было бы бурное время, но когда пришла, я тоже снял, как бы отметился на этом рынке, я снял фильм. Естественно, задача была одна – заработать денег, это было еще при советской власти, заработать денег и построить киностудию в Перми, ни больше, ни меньше. Наивная такая, но красивая идея. Лучше, чем построить завод, я думаю. Она, по крайней мере, мне больше симпатична. Понятно, что случилось в 91 году, и прокат моего фильма начался именно в начале 92 года. Совпал с инфляцией, и, в общем, хотя фильм собрал 4 миллиона зрителей, но эти 4 миллиона рублей тогда уже ничего не значили. Этот этап закончился, и мы начали думать, а как же дальше. Слово «кино» я понимал, что это совершенно бесперспективно в той ситуации. Тем не менее, однажды на улице города Перми, родного города, я увидел Андрея Анчугова, который только что вернулся с победителем фестиваля «Берхаузен», имея там 10 тысяч марок, совершенно невероятные деньги по тому времени. И он как бы вел себя как новый русский.
с той разницей, что он приехал снимать в Пермь новое кино. Вот. Это как бы идея меня вдохновила. Я 5 лет проработал потом в Свердловской киностудии и снял несколько документальных фильмов. Вот, работали по системе такого подряда. Мы предъявляли какую-то заявку. Типовая «Надежда», как вы знаете, одно из самых интересных тогда событий в мире документального кино по организации производства и работам, которые там сделаны в начале 90-х годов, в конце 80-х. Вот. Я сделал там фильмы, которые фактически мне составили какую-то биографию как режиссера. Я там участвовал в разных фестивалях, побеждал там какими-то призами там, Локарно, там, на ИТФИ там, и так далее, и так далее. И постепенно я стал убеждаться, вот это вот тут-то и произошло. Все. Я понимал, какие бы фестивали ни были, какие бы призы ты ни получал, это ровно счетом ничего не значит на твоей собственной улице, в твоей собственной квартире. Немножко уважения твоей собственной жены, это много, конечно, значит, но это маловато для социальных изменений, на которые мы претендовали тогда в то время. Вот. И мы начали такую деятельность по... Мы в 95 году создали фестиваль «Флоритиана», который родился на кухнях, естественно, в разговорах, как самая же Ирина сказала. Да? Вот. И это случилось в 95 году. Вот с той поры мы до 2006 года мы существовали как биеннале. Находили какие-то деньги, фонд Сороса нам помогал там. В общем, брали где возможно деньги эти. Вот. И в 2006 году пришел новый губернатор и сказал: давай-ка, парень, ты подумай хорошенько, как сделать нормальный фестиваль. Мы сказали: нет проблем, давайте денег, мы сделаем. И с 2006 года наш фестиваль существует как ежегодный с международным конкурсом и международным жюри там, и так далее. При всем при этом нам удалось... Мы начали привлекать зрителя именно с достаточно раскрученными, достаточно много вкладывая в рекламу, и постепенно дело пошло. Вот. Каждый год у нас количество зрителей увеличилось. В нынешнем году, вот фестиваль закончился вчера, в нынешнем году у нас более 13 тысяч человек посетило во время фестиваля, это за неделю. Значит, фестиваль сейчас у нас проводится вот в этом киноцентре. Сейчас я его покажу вам. Он на самом деле выглядит немножко не так, как внутри, как Запорожец. Внутри больше, чем снаружи. Это вот на самом деле одно из зданий. Внутри там еще есть здание. Внутри мы устанавливаем павильоны, которые на время фестиваля. И общее количество мест на время фестиваля там около 600. Плюс, естественно, другие площадки, которые мы используем. Это самое главное. Постепенно мы стали приходить к тому, что документальное кино очень нужно людям. Однажды после сеанса, я выходя за... Это где-то было еще в начале, ну, может быть, в 98 году. Одна из преподавателей университета, выходя, своим девочкам объясняла, студенткам: ребята, вот видите, вот вы сейчас посмотрели кино, так это же вот твоя диссертация, или твоя курсовая, или твой дипломный проект. Возьми жизненную ситуацию реальную и не давай. И это меня натолкнуло на мысль, что на самом деле нам нужно двигаться в университеты. Вот. И это была счастливая мысль. Потому что дальше мы начали двигаться в университеты, мы нашли очень... адекватных, понимающих людей, что такое документальное кино, среди преподавателей и постепенно среди учеников. И сейчас эта идея уже исполнила 10 лет, и у нас нет проблем. Сейчас, значит, у нас во время фестиваля, значит, два факультета, философский, социологический и филологический, пишут эссе на тему документального кино, которое они смотрят на... Причем они смотрят один фильм, но их очень много. Значит, это какой-то один поток, второй, третий поток, третий, четвертый поток и так далее. Различные курсы, различные специальности. Они выбирают себе различные фильмы и смотрят их вместе, а потом пишут эссе. Это такая оксфордская система,
которая на самом деле не случайно возникла, потому что наш президент классического университета, они друзья с президентом Оксфордского университета. Мы теперь Оксфорд города побратимы, условно говоря, и эту систему постоянного посещения Оксфорда и постоянного посещения преподавателя Оксфорда университета классического у нас, вот приводит к таким интересным событиям. Вот. Это что касается вот такой университетского проката. Я остановлюсь на 2006 году, когда этот год стал переломным. Кроме того, что там появился как раз международный фестиваль в полном объеме, в таком, как он должен быть, а не семинар раз в два года. В этом году я пришел, мне поступило предложение занять пост директора вот этого самого киноцентра «Премьера». «Премьер». Киноцентр «Премьер» представляет собой остатки прошлого областного киноцентра прокатного. Это при советской власти, вы знаете, кто не знает, это интересно. В каждой области огромного Советского Союза была прокатная контора, типа вот этой, которая занималась логистическими проблемами на самом деле. Ну, частично редакционными, там, предлагая этот фильм нам первым экраном, этот вторым, этот третьим и так далее. Но в основном это была логистика, такой большой логистический центр, который перебирал копии и отправлял. В Пермском крае было около 3500 киноустановки. Вот. 3500. Ну, нам долго еще не достичь такого уровня подхода к кино. Если бы в Пермском крае сейчас было 3500 киноустановок, наверное, документальное кино, которое мы производим в Перми, которое очень много смотрят в Перми, в общем, вышло на рубеж какой-то самоокупаемости даже. Уж не говоря про документальное кино, которое типа «Кольца мира», такой большой проект, да, то есть это легко воспроизводилось бы и отдавало деньги, как это было при советской власти. Вы знаете, там некоторые игровые картины получали там 50-70 миллионов зрителей. Я не знаю, сколько получил, допустим, «Все-таки я верю» или «Обыкновенный фашизм», но я не думаю, что эта цифра меньше. Потому что эти фильмы идут до сих пор, и особенно «Обыкновенный фашизм», мы показываем этот фильм, и до сих пор количество зрителей, которые смотрят его, оно повышается. Вот. Вот эта вот система советского проката, она, к сожалению, естественно, в этом же самом 91-м году вся и рухнула. Вы знаете эту историю грустную, и никто особенно об этом не озаботился. На волне как бы свободы и отсутствия всяческих там смыслов и задач, которые стоят перед конкретной страной, конкретный исторический период. Вот. Это произошло, грустная эта история. Сейчас мы, вот это вот один из осколков того самого великого советского проката. Понятно, что он нес идеологическую составляющую значительную. Но, тем не менее, если бы это было живо до сих пор, это бы можно было каким-то образом использовать уже. Но одновременно произошла и технологическая революция, же понимаете, да? Пленка исчезла, а на место этого формат DCP прошел, который стоит сейчас для какого-нибудь там усиленного сельского клуба, как авианосец вообще. То есть это бесполезно. Там 3 миллиона рублей для сельского клуба – неподъемная совершенно вещь. Вот. И, но тем не менее, я вам говорю, как бы технические параметры, самое главное было не это. Самое главное, пожалуй, было то, что на фестивале вдруг мы встретились с аудиторией на вопрос, которая задавала один вопрос. А где эти фильмы можно посмотреть? Почему их нигде не показывают? И этот вопрос меня как режиссера, естественно, там очень волновал, почему же это хорошее кино снимают, а получая призы, мое кино никто не видит. Ну, естественно, не только я об этом спрашивал, я думаю, что каждого там режиссера волновал этот вопрос. И мы так всерьез задумались, поняли, что если мы вопрос этот не решим, в отдельном взятом Пермском крае, то никто за нас его решать не будет.
И мы, вот подвернулся нам как раз такой проект, как киносоюз «Прям кино». Я стал его генеральным директором, я понимал, что это за ресурс, я понимал, что из него можно попробовать сделать какую-то историю по прокату. Вот, при этом, что, естественно, в крае ничего уже не было. Мы решили сделать это на отдельной взятой территории, вот этого, которая была в центре города. Слава Богу, не успели допилить его до конца, там часть аудитории, часть, вернее, территория была уже там принадлежала частным там лицам и так далее, но все-таки главное осталось. И мы создали сейчас это выглядит как 6 залов, 2 которых DCP и 4 DVD, публичный прокат так называемый, и в том числе есть пленка, в 2 залах есть кинопленка. У нас остались около 9000 копий различных наименований, самых. Это в основном классика и советского кино, и мирового кино, которое приходило, как вы знаете, в советское время во все региональные центры. Во многих региональных центрах, к сожалению, в некоторых поджигали просто-напросто эти копии, в некоторых распродали эти киноцентры, стоящие в центре города в основном. И то есть не оказалось людей, не оказалось тех там режиссеров, я не знаю, там, продюсеров, там, прокатчиков, которые бы сказали: ребята, если мы это сделаем, если мы это продадим, кино у нас никогда не будет. Никого это не волновало, всех волновали только деньги. Вот. И вот мы и команда, такие романтичные, как и Ирина, в Москве с фестивалем «Докер», да, мы не позволили этого сделать, и мы заняли эту территорию. Вот. Что про нее сказать про киноцентр «Премьер», который сейчас существует? Можно вот к текущему репортеру прямо обратиться. Там сейчас идет 5 документальных фильмов в 6 залах. Понятно, что это не круглый день, там 1-2 сеанса. Это не идет не обязательно не 5, а допустим 3 или даже 1. Но это регулярный прокат документального кино. И самое главное не это, потому что это ничтожные деньги. Это там 3, 4, 5, 15 тысяч рублей в месяц. Это не деньги для бюджетов, которые, допустим, как у «Колец мира», там 1,5 миллиона евро. Это не деньги совсем. Но это возможность зрителю посмотреть, потому что вот это, в конечном итоге, мы на этом сосредоточились. Мы поняли, что кино – это уникальная психология, как бы, уникальный артефакт, который человек, это диалоговая платформа, это диалоговая история, в которой зритель является собеседником происходящего на экране. И в зависимости от того, что это за человек, какие темы или какие там проблемы его волнуют, мы решили, что будем подбирать для таких людей специальные фильмы. То есть, ну, не специальные фильмы, фильмы, которые мы знаем все, да? Вот у нас сейчас на фестивале «Флортиана» накопилось около, по-моему, 5000 наименований за все существование «Флортиана» за 21 год. И эти фильмы на самых разных странах, на самые разные темы, с самыми разными людьми. Фактически можно к любой человеческой проблеме любого возраста подобрать свое кино, чтобы вызвать человека на диалог и обсудить с ним его проблемы. Потому что психологически это выглядит как? Человек, посмотрев фильм, он обсуждает проблемы героев с ведущим, который прекрасно это понимает, с модератором там, или с тьютером, как угодно назовите. Он, обсуждая проблемы героев, естественно, обсуждает свои проблемы. И это универсальная ситуация, которая в Перми сейчас стала понятна всем педагогам. Во всех школах, университетах там и так далее, мы показываем это кино, и у нас уже появился отдел медиаобразования, где есть специалисты по такого рода подготовленным темам. И школа очень, очень эффективно и быстро реагирует, потому что ни один в школе в нашей, которая не рассчитана на воспитание, как вы знаете, на обучение каким-то навыкам, каким-то знаниям. Вот эта проблема, когда, там, условно говоря, знаете наверняка, о чем я говорю, в 7-м Б-классе пришла девочка из соседней там школы, значит, ее начали там
бить, унижать и так далее. Какой фильм в этом седьмом Б-классе надо посмотреть? «Чучело», правильно? И на все эти вот проблемы в детской аудитории в том числе можно найти фильмы. У нас, допустим, там последние несколько лет очень популярен фильм о любви Тофика Шахвердиева. Кто-то помнит, может. Снято одной камерой любительской, но именно вот эта вот история мальчика и девочки, которые девочка без рук, мальчик фактически без ног, история любви и о том, как они понимают любовь, и о том, что такое любовь, она потрясает просто любую аудиторию, в которой мы его показываем. И вот этот вот шок от этого фильма, он позволяет нам очень правильно выстраивать диалог в этой аудитории. И это фиксирует учителя. Мало того, после того, как в начале, там, если родители говорили, что за кино, почему вы в кино ходите в школе, вот, им начали объяснять, что это не просто кино, это кино для того, что во время классного часа там, и так далее. Вот такая тема мы обсуждаем. Некоторые родители, которые занимаются воспитанием все-таки своих детей, они начали говорить, ну, собственно говоря, у нас тоже проблема существует, а вы не покажете ли нам какое-нибудь кино? Мы говорим, конечно, приходите в пример, мы вам покажем какое-нибудь кино, поговорим с вами. А потом начали учителя об этом говорить. Учителей не меньше, сами понимаете, проблем. Вот. И там собралось такое всегда враждующее трио, как ученики, родители и учителя, которые начали попытаться разобраться, в чем же, а что же происходит у них вот в этом комьюнити между учителями и учениками. И в одной школе мы дошли до совершенно как бы невероятной вещи, что мы получили небольшой грант, там 200 тысяч рублей, и они, каждый из комьюнити сняла про, то есть учителя сняли про родителей, родители сняли про учителей, а ученики в это время участвовали там и там. Но, сами понимаете, создание фильма – это прежде всего сценарий, это контакты и так далее. И это получилось интересно. Понятно, что это бы не профессионально, но результат в школе был просто громоподобным. Они не ожидали от того, как у них все запущено. Вот. И вот эта вот технология, киношная технология просмотров и обсуждений, а лучше всего, конечно, съемок, но на это нужно нужно тратить больше денег. И сейчас является главной в нашей основной работе. Как в подготовке вот этих специалистов, которые у нас готовят сейчас, вот лично у меня там второй выпуск идет в Институте культуры, так называемый руководитель любительской киностудии, который на самом деле главное образование получает на фестивале Флортиана, снимая фильмы документальные, в контакте вот с нами, с режиссерами, с детьми там и так далее. Часть из этих ребят становятся профессиональными режиссерами документального кино неплохого уровня. Вот в прошлом году одна из выпускниц получила три приза за лучший дебют на фестивалях различных наших российских. Нынче девочка одна со второго курса получила приз вот на нашем фестивале, на стратегическом конкурсе. Все зависит от таланта и склонности человека. Но как минимум все они понимают, что главное в кино – это даже не сам фильм, а диалог после фильма. А для этого нужно какая-то специальная подготовка и специальное образование. Кроме Института культуры, сейчас происходит изменение в педуниверситете. Они построили там хороший зал, хорошие проекции, и мы заходим туда. Кроме Института культуры, вот классического университета и педуниверситета сейчас к нам присоединяется. То есть это такая система подготовки кадров именно вот для самого, ну, просто отсутствующего вообще, как в наших представлениях, вот в киношных представлениях, подготавливать людей, которые обсуждают кино, никогда вопрос не стоял. Вот. Мы сейчас этим занимаемся. Я думаю, что это самый главный успех и фестиваля Флортиана, и киностудии. Потому что, ну, допустим, в год у нас уже, мы примерно оцениваем, около 80 тысяч человек смотрят документальное кино в Пермском крае. Нынче мы расширились на территории Пермского края. В одной из библиотек
город Губаха, они получили грант и построили библиотеку, зал нормальной проекцией, с нормальным звуком, на 71 человек. Мы там уже нынче проводим вторую, сделали вторую площадку Флортиана. То же самое будет еще в 3-4 городах в ближайшее время. Соответственно, и эти люди, которые там работают в библиотеках, музеях, школах, мы организуем для них сейчас курсы, где они обучаются по различным методикам. Это обсуждение кино и производство кино. Понятно, на любительском уровне, но сам факт, вот это вот вхождение в этот счастливый мир документалистов, которые думают, естественно, не о деньгах, но иногда и об этом надо думать, вот, он совершается именно через посвящение, вот, через фестиваль Флортиана, через то, что мы сделали в Пермском крае. Я призываю всех задуматься об этом. А то, что говорила Майя, вот я, к сожалению, не подготовил такую хорошую презентацию. Вчера фестиваль закончился. Вот. Но я думаю, что то, что происходит в Швеции и в Мальме, это очень интересно. Мы так или иначе участвуем в этом тоже процессе. У нас, допустим, есть тоже самые же клубы. Я сейчас вам коротко покажу, что у нас есть еще. Ну, допустим, расписание сегодняшнего дня там есть. Есть детский мультик. Это все, естественно, с правами, все фильмы. «Кольца мира» – документальный фильм. Сноуден нашел в прошлом году документальный. «Море в огне». «Арктика великая». Ну, три документальных фильма сегодня в программе. Скоро у нас будет, мы занимаемся правами, ну, с правообладателями, будем просить у них сделать эхо Флортианы, которое повезем и по территории Пермского края, и в 10-12 городов Российской Федерации нашим партнерам, которые тоже интересуются то, что происходит на Флортиане. Вот. Клубы, которые есть у нас, это вот, допустим, ну, вот у нас разные клубы. Это все количество клубов зависит от того, есть ли человек, который появляется. Меня интересует эта тема, я хочу показать такое-то кино и поговорить с людьми на эту тему. Безусловно, это в основном классика или эти фильмы, которые там показываются во фрагментах, естественно, показано полностью, но это нет, но часто они делают так, они хитрят и говорят, у нас сегодня сбор по такому-то обсуждению такого-то фильма, у нас мы имеем право показывать фрагмент, пожалуйста, посмотрите в интернете, вот ссылочка на него. Вот. И вот это вот, вот эти вот все, это все клубы, которые у нас реально существуют, в том числе, допустим, вот клуб «Анимашка», там это просто дети приходят снимать кино. В нынешнем году мы провели первый эксперимент, мы сделали киносмену в детском лагере. 180 детей снимали кино, преподавателей было 30 человек. Ну, и восторгу у детей не было предела, и потом самое главное, что родители написали такие слова, потому что это является, допустим, моим высшим комплиментом за последние там 5-10 лет, потому что мамаша вдруг обнаружила, что ее сын вообще как бы не только за компьютером сидит, вот, но и получает там тройки в школе, но он, оказывается, еще и снял два ролика, и сам снялся, и стал коммуникабельным, у него куча друзей появилась, она получила из лагеря за 21 день другого совершенно сына, о чем она искренне совершенно благодарит нас. Вот некие такие социальные практики, я считаю, что главное все-таки в документальном кино, и надо, не знаю, далеко ли мы ушли, Ирина догонит ли нас, и когда она догонит, я думаю, что она все равно быстро догонит нас, потому что, конечно, Москва другая история, Питер другой, в Питере и Москве здесь все есть абсолютно, да, другое дело, что все разрозненно, у нас это все сконцентрировано в одном месте, в одном пространстве. Это полгектара в центре земли, в центре города. И все знают это уже, и в этом смысле нам не надо тратить больших денег на рекламу. Все знают, что в любое время он туда придет, что-то интересное он для себя выберет. Все-таки 6 залов, у нас возможность там, в год у нас идет там более 150 фильмов, и в том числе «Эхо Флортиана», и в том числе они могут прийти туда и посмотреть свое кино.
просто поставить то, что они сами наснимали. И в том числе есть фестивали любительского кино и так далее. У нас огромное количество фестивалей всяких. Ну, то есть это то место, которое, вот если человек понимает и любит кино, это вот то место как раз. Коммерческие кинотеатры, конечно, относительно посещаемости, относительно заполняемости, процента заполнения, конечно, далеко позади нас. У нас, кстати, еще и забыл сказать, что у нас пониже цены, в том числе на продукт, который у нас является коммерческим. Ну, по фильму можно судить. Детское кино у нас, конечно, мультики, все это все коммерческое кино. И там... Но все равно вот такая вот история, которую я хотел сказать про Пермь. Давайте, может, вопросы какие-то. Да. Это самое главное, да, что это государственный центр. Это один из тех центров, которые еще остались в России. Есть такие центры, их в большинстве регионов они есть. Другое дело, что там вот люди как бы не за тем работают, видно. There's a gentleman over here who wants to put a question or and please don't be so long as you were before. Is that possible? Not so long. Павел, спасибо вам огромное за ваше выступление. На самом деле я хотел бы дополнить, а потом, возможно, задать вопрос вам. Я вот хотел бы просто немножко пояснить со своей стороны, извините, это право нашим западным коллегам вообще. То, что Россия, это по факту, я думаю, Павел меня поддержит, это центр и регионы. Это вообще, в принципе, две разные вещи. Да? То есть у нас есть центр, в котором происходит основная история, и есть регионы. И на самом деле в регионах люди у нас достаточно сильные, по моему мнению, потому что в прошлом заводчане, у нас такое технологическое наследие у нашей страны. И люди сильные, и они на самом деле, стремятся к большему. Я объясню просто. Я сам корнями из региона. Я уже как бы в Москву переехал в достаточно зрелом возрасте. И вот есть момент образования. Например, Павел поднял хороший момент образования. В регионе у тебя достаточно маленькие возможности получить какое-то большое, ну, давайте возьмем культурное, там, кинематографическое образование, но, в принципе, практически недоступно. И человек, который живет в регионе, он, как правило, не ориентируется на то, что происходит в центре. Соответственно, как бы человек, так как у него есть интернет, у него есть возможность получать образование самостоятельно, он смотрит какие-то большие мировые примеры. То есть он ищет и то, что самое лучшее, то, что есть, потому что он искренне верит в то, что это поможет ему в дальнейшем. Допустим, даже переехать в регион и, соответственно, не в регион, а в центр страны и каким-то образом реализоваться. Но основа идет на лучших, основа образования идет на лучших больших примерах. Я это знаю абсолютно точно, потому что я эту школу прошел. Там, я сам из города Смоленска изначально, там никакой инфраструктуры для того, чтобы получать какое-то образование, которое хотелось бы, ее нету. И все, что у тебя есть интернет, опыт, возможности, возможность общения с какими-то людьми. И тем самым ты, соответственно, развиваешься. Дальше происходит следующая история. На самом деле, так как Россия очень большая, не так много людей стремятся переехать в центр. То есть, ну, не всем, кому-то вполне достаточно жить в регионе и заниматься своим делом. Но вот это само дело развивается на основе того понимания индустрии, да, которая существует. И вот сейчас я думаю, что с искренним уважением я просто вот к Павлу там говорю, что вы сказали то, что оксфордская система, что-то еще. То есть я думаю, вы действительно в какой-то момент, когда искали и пытались поднять вот это свое дело, да, вы вот о деньгах сказали, да, то, что вы пытались найти какой-то выход. Выход из ситуации, которую нужно было сделать. То есть как бы... Нужно жить, нужно кормить, тем более вот там большое количество людей вокруг вас, да, и то есть вы как такой вот директор завода, да, соответственно, приняли решение для того, чтобы, вероятно, завод не обанкротился, нужно было что-то делать и искать какие-то системы, перенимать опыт западных коллег, каких-то еще коллег, да, соответственно, для того, чтобы... деньги там, где они есть вообще. Что еще раз?
брать деньги там, где они есть. Они есть у государства и у населения. Вот, да, да. То есть как бы это история о том, что вы искали выход, как это сделать. Правильно? Ведь как бы вы могли уйти, ну, мы все знаем, что такое регион. В регион в 90-е годы можно было уйти во много вещей, где есть деньги. Это касается нашей конкретной истории. Но тем не менее, как бы, соответственно, вы это сделали. И таких как людей, как вы, на самом деле очень много, я считаю. Да? Вот, и говорить о том, что вот у нас спикер был Антон, который нам вчера рассказывал про то, что вообще все плохо в стране и все невозможно, после чего, не знаю, хотелось, наверное, не то, что кино не снимать, а просто не приходить на второй день. Да, понимаете, как бы нет, Россия, она не такая. Она Россия вот такая, как Павел, понимаете. Она вот рядом со мной парень сидит, мы познакомились на улице случайно. Вот он говорит, я из маленького города, я хочу построить там кинотеатр. Ну вот, человек хочет построить кинотеатр, он не хочет сидеть и плакать, ныть, там еще что-то рассказывать, как все плохо. Он ищет варианты для того, чтобы что-то сделать. Вот и все. Поэтому моя искренняя благодарность, я думаю, Павла нужно проводить аплодисментами. Ну, рано еще. Я постараюсь еще лет 20 поработать. Before I give the mic, can I just ask a question, and maybe some other person can also give me the answer. Is film education, now I understand what you're doing, is that you show films and the students are talking about the subject of the film, but the film education, how to read a film and analyze a film, is that on the curriculum in Russian schools or in university? Do you know that, Paul? Есть в ГИК, есть в Питере КИТ, ну и Институт культуры тоже, где там есть отделение факультета. Yeah, but that is a film school. Нет, в высшей школе нет. Нет. В некоторых гуманитарных специальностях читают историю кино, но читают кто попало, как попало, это не серьезное образование. And in elementary schools, in higher classes, no? Нет. Okay. Павел, хотела спросить, у вас билеты, получается, вы продаете только в киноцентре на показы, которые коммерческие фильмы, да? Нет, мы почему? Мы в том числе продаем и на киноклубы, потому что ну, там билет стоит просто нужно, чтобы... Мы пытаемся выйти все равно на... Потому что нам государство дает на содержание вот этого здания в центре, да? Все остальное мы должны зарабатывать. Вот я пытаюсь выяснить, да. Каким образом вы зарабатываете и... Мы продаем билеты. То есть это только продажа билетов. Продажа билетов. Гранты. А, гранты, да? Да? А вот эти киноклубы, которые существуют, это в какой форме это все тоже происходит? Это как-то родители оплачивают? Ведущий киноклуба, мы заключаем с ним договор и платим ему за его работу. А родители там, детей, которые приходят в эти киноклубы, они оплачивают билеты. Абонементы? Да. А нет, а билеты, да? Билеты, да, покупают билеты. А у вас нет такой системы, что это абонементная история, то есть родитель оплачивает за ребенка абонемент? Мы используем разные системы. Это в зависимости от массовости того или иного, популярности того или иного. Но понимаете, чем меньше, чем тоньше аудитория, да, тем она охотнее ходит. Потому что если как только мы начинаем, вот всем любителям кино, все, это смерть. То есть это очень важно определять конкретного зрителя, конкретного человека. Там 5-й Б-класс, там 8-й школа, у них проблема того, что там одна из девочек там пришла в класс с крысой. Вот. А в вузах как происходит? Там бесплатно тоже это все показываете? Бесплатно, конечно. То есть это получается в основном только то, что вы успеваете продавать вот на показах в киноцентре? Да, ну, конечно, денег не хватает, понимаете. Да? Да, просто сейчас, не знаю, как у вас, но у нас в Москве очень популярны всякие киношколы детские, да, по типу как такие кружки, в которые там родители оплачивают занятия для детей. Вот, может быть, вам тоже как бы перенять? А мы это пользуем уже, мы просто не знаем, мы это делаем. Мы делали кинолагерь, допустим, да, летом 180 детей занимались кино. В школах тоже это есть, но в школах есть нет людей, которые вот мы готовим только таких людей.
родители еще не созрели для того, чтобы сказать: ребята, мы хотим платить за этого человека, который будет в вашей школе. Ну, понятно, да, да, да. Не готова ситуация еще. Да, вот у нас в Москве другая ситуация. Родители, наоборот, готовы платить за все, что угодно. И у них дети ходят и в артистический кружок, и в анимацию, и в киношколу. Вот сейчас очень популярно направление именно киношкол. Деньги другие просто у родителей. Да, да. Ну, то есть у вас нет планов создавать вот такого плана? Вы хотите, да, все-таки коммерческие? Естественно, мы в этом, это главное направление нашего движения. Ну, удачи тогда, спасибо. Спасибо. Я просто хотел сказать, что по поводу регионов. Я уже говорил, что работали долго в Казахстане и тоже пытались организовать всякие фестивали и кинопоказы. И, ну, мое личное наблюдение за весь этот период. Энтузиазм – это здорово на самом деле. Это очень хорошая движущая сила. Но, к сожалению, в наших странах действительно, кризис – это одна уже из ступеней, да, то, что мы говорим. У людей действительно нет денег. Я когда спросил просто человека, почему вы не идете на кинопоказы, почему вы не идете на фильмы, которые, ну, там, 100 рублей буквально. Он говорит: а зачем? Он говорит: а я на 100 рублей себе куплю там. Это главная проблема. Я куплю себе на 100 рублей денег. У людей нет в стране денег, и это правда. Нет, не денег. И, если они даже есть, они их не будут тратить кризис на… Кризис в головах. Конечно. Да, кризис в голове. Они не будут, они не пойдут в кино. В голове людей, да, существует определенный кризис. Я 100 рублей лучше куплю пиво себе, но я не пойду в кино. И большинство людей так рассуждает. К сожалению, это реальность, это правда. Люди не идут ни на показы, ни на фестивали, ни в кинотеатры. Петербург и Москву мы не будем брать, потому что это не есть Россия. Это определенные пространства, в которых люди рвутся, бегут. Хотя и здесь даже я не вижу ни студентов здесь, ни китовцев, никого. Я вижу независимых каких-то людей. Я даже не вижу, чтобы сюда пришли люди образовываться. И мне очень больно видеть даже эту конференцию здесь с таким количеством людей. Ну, вы знаете, я все-таки возражу вам, потому что все зависит от того, насколько долго вы этим занимаетесь, по этому пути идете. Я считаю, что людей, которые готовы там прийти на фестиваль Флортиано, огромное количество, у меня просто не помещает зал этих людей, к сожалению. Вот. И тех людей, которые после этого будут приходить к нам, их тоже достаточно много. У нас 85 тысяч человек бывает в год в нашем небольшом киноцентре. Вот. К тому же мы еще работаем уже. То есть это не так. Люди готовы смотреть и готовы платить деньги. Им нужно показать, как это можно сделать. Нужно их научить. Конечно, системная работа, прежде всего. Можно? Значит, во-первых, как бы для тех, кто... Потому что я поняла, что здесь есть люди, которые хорошо знакомы с кинематографом, и есть люди, которые очень слегка знакомы с кинематографом. Поэтому сделаем такой небольшой акцент, что в кинофестивале Флортиано, хоть вот того формата, в котором я еще не была и не дошла, но это для кинематографистов фактически богоподобное явление, и это мечта, мекка многих документалистов, буквально, без преувеличения. И поэтому, как бы сказать, и про присутствующих здесь, конечно же, здесь не то чтобы любители или не любители, здесь руководители проектов, многие. Многие себя обозначили так, кто-то не обозначил, но так или иначе уже видно, что здесь так получилось, что это практическая конференция. Практическая конференция изначально – это формат, где люди практикующие разные подходы. Вот теперь перехожу сразу вот к вам, очень интересно. Больше того, когда, ну, это, в общем, не так важно для общества, но когда сама пришла к документальному кино с большим вот познакомством, познавательным интересом. Первое, что было, такие выступления, там четыре строчки в названии, но в том, что раскрытие ресурсного потенциала док-кино. Вы занимаетесь этим глобально и серьезно. А больше того, ваших специалистов я встречала на конференциях в Санкт-Петербурге на разные темы, природное там кино или что-то такое еще. То есть медиапедагогика у вас и здесь слышна. Хотя вот для меня это было первый раз открытие, что медиапедагогика есть. Вот. Ну и вообще, конечно, вот и сама эта классификация киноклубов, просто потрясающая работа. Хочется побольше узнать, я побольше поизучаю все, что в открытом доступе. Ну и как-то постараюсь тоже потом, может быть, как-то тоже поработать, сообща. Да, спасибо. Да, спасибо вам огромное. Да. Спасибо. Я бы еще хотел... let me say something. Я хотел бы еще сказать следующее.
Вот на местное правительство Пермского края дает на содержание вот этого офиса и на 15 человек, которые там работают, которые заняты реставрацией пленки, бюрократов, там уборщиц и так далее, 13 миллионов рублей в год. При этом оно же дает 5 миллионов рублей на проведение фестиваля Флоркиана. К тому же есть несколько проектных линий, в которых мы регулярно участвуем, регулярно получаем дополнительные деньги. И мы уже не рассчитываем на федеральные деньги, только на мы это, участвуем в грантах на получение кино, производство кино. Вот. Пока мы это делаем, но мы еще примерно зарабатываем около 12 миллионов вот на этом, на продаже билетов и на получение денег с грантов. Good. In the old days, festivals were for the happy few, and nowadays, like what you are saying, and Irina and other people, festivals are all the year round, and they are doing a lot of film political things like you are doing. Thank you very much for your speech and for being here, Pavel. Thank you.